Усадьба «Знаменская Губайлова» приглашает всех желающих на традиционную экскурсионную прогулку. Гости познакомятся с архитектурным ансамблем 18 века, узнают о людях, которым в разное время принадлежало имение. Мероприятие продолжится в усадебной гостиной. Там состоится литературно-музыкальный вечер «А снег идет». Свои творческие номера зрителям представит лауреат всероссийских конкурсов, певица Надежда Колесникова. Начало в 16:00. Вход свободный.